Вы, как всегда, рядом со мной, коллега Константин Генич. Будем смотреть футбол. Футбол большой и футбол, не побоюсь этого слова, красивый. Самое главное, качественный. «Зенит» ЦСКА – это одна из главных афиш чемпионата России. Матч, который ни в коем случае нельзя пропускать. В чемпионате России преимущество в личных встречах у московских армейцев. Но в каждом матче эти команды играют как с чистого листа, будто и не было истории противостояний. Состав «Зенит». Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. И смотрим на состав ЦСКА. Все внимание на фланге. Да, здесь нужно забивать. ЦСКА отправляет мяч в сетку. Чуть сетку не порвал этим ударом. Приложился по мячу с лета и отправил его в левый угол. Всего 8 минут потребовалось, чтобы открыть счет. Юсупов. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Острый пас армейцев. Угловой. Опасная передача. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. Лидирует в чемпионате ЦСКА, и кто скажет, что это неожиданность? Действительно, клуб уже приучил публику воспринимать его как постоянного претендента на самые высокие места. Армейцы атакуют. Юсупов. Гарсия. Атака остановлена, но кто получит мяч? И в зону атаки мяч переходит. Будет угловой. Отличный навес. Александро. Невероятный сейв. Шатов. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Сиду Думбия. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Жар, удар. Относительно легкий мяч для вратаря. От углового флажка ЦСКА ведет мяч в игру. И это удар. В красивом прыжке забирает мяч голкипер. И в разрез. Шикарно. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. И пробил. Мимо ворот пролетает мяч. И эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Тиаго Мотта. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. 2 минуты добавляются. Гарсия. Какой пас проходит? ЦСКА ведет после первого тайма, а у нас только что начался тайм второй.
Тиаго Мотта. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Можно бить! Это момент! Гол! Точно в девятку мяч попадает после красивого и точного удара. И тут вратарю остается только развести руками, и мы с ним, пожалуй, согласимся в этом эпизоде. Согласимся? Да, безусловно, потому что удар действительно получился шикарным. Счет 2-0 укрепила команда свое преимущество. Алекс Сандро. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Тренер домашней команды сейчас произведет замену. Игрок уже хорошенько размялся и готов выйти на поле. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Дзюба. Хави Гарсия. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Хорошая передача. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Удар! Артур Юсупов. ЦСКА с мячом. Думбия. Может получиться интересная атака. 20 минут осталось играть. Олег Шатов. Игорь Смольников. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Отлично сыграно, надо решать. Вот это удар! И не получился удар, подскочил мяч, видим. Да, повезло голкиперу, тут ничего не скажешь. Миранчук. По всей видимости, замена готовится у команды хозяин. Вливает свежих сил в игру наставник команды. Нужно бить по воротам. Сейду Думбия. Дзюба. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Хотел тонко сейчас сыграть, но где тонко, как... Пол команды обыграл! Ничего себе! Сейду Думбия! ЦСКА готовится исполнить угловой удар. Примерно 8. Вратарь первый на мяче. А вот атака питерцев. Этот навес не проходит. Защитник надежно сыграл в данной ситуации. И пошла передача. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота, а жаль, было бы весело. Армейцы атакуют. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Атака остановлена, но кто получит мяч? Все, матч окончен. Победу одерживается.